Так начинается заключительный матч наших соревнований, встреча, которая уже ничего не решает. Первый у нас Мосэнергосбыт, вторая Спецсвязь, Газпром Энергохолдинг третий, Московский банк четвертый, Татнефть пятая, Меридиан шестой. На седьмом месте Сбербанк Технологии, на восьмом банк ВТБ. Газпром Энергохолдинг оступился сегодня в одном матче, потерял серебро и даже сейчас, если выиграет, то все равно вторую строчку себе вернуть не сможем. Так что просто посмотрим футбол, наслаждаемся игрой. Думаю, у нас для этого очень хорошие есть шансы. И пока в этом сезоне Мосэнергосбыт и ГЭХ не решили, кто сильнее. Была у них одна игра, закончилась в ничью 1-1. Так что старые счеты нужно тоже закрыть. Интересно, если сейчас тоже сыграют в ничью, будут потом бить дружеские пенальти? Табло, может, 5 поставишь? Сейчас поставлю, да. Маржохов с Идиным. Проходит, Саня! Пойдет, пойдет, Сида, пойдет! Мяч рядом со штангой прошел, еще и угловой заработали. Кирилл, кто забил в последнем матче в спецсвязи? Сейчас у тебя. Разин 1, Торшинцов 2. Разин забил. Зараза, все разные бывает. Ай, назад, назад! Сидин успел вернуться, отстраховать. Фомин надежно мяч в руки забрал. Довгань хет-трик же забил, да? Да. По мячу, Витя! Ну ты из Мэса брал кого-нибудь? Сидин от двух пытался уйти. Хорош, хорош, Сид. Все, шире, шире, Дима. Потапов. Здорово! А-а-а! Здорово, Белгород. Здорово, здорово, Сань, здорово. Пойдет. Хорош! Сидин не стал ничего выдумывать, просто пробил с носка. И выводит вперед «Газпром Энергохолдинг». Времен там было правильно. Да все, давай. Да, да, да. Внимание на табло, правильное время матча.
Юр, старайся до конца матча все-таки. Давай, пяти не туда. Нет. Мне палец только прошел недавно. Симакова прессингуют. Пролов. Симаков. Пока не за что. Особого контакта не было, поэтому не было и свистка. Да, вот здесь нарушение. Без желтой все-таки матч-то носит товарищеский характер. Уже ничего не решает. Симаков не совсем понятно, зачем сейчас бил, был высок риск мяч потерять. Зарян долго очень перекладывал мяч с правой ноги на левую. Сидин перехватывает. Нарушение. И не было преимущества у ГЭК, поэтому свистком арбитр игру остановил. До перерыва минута. Перекладина сейчас пошла. Перерыв при счете 1-0. Точно снимаем, да.
Фомин хорош на выходе в самом начале второго тайма. 1-0 их ведет. Весь сезон Мосэнергосбыт не проигрывал, но когда оформил чемпионство, уже понятно, что здесь ставки не так высоки. Проиграл спецсвязи, сейчас может проиграть и Газпром Энергохолдингу. Подожди, а как у нас серебряный? А как мы идем сначала с золотой, потом бронзовый, потом серебряный? Сначала бронзовый, потом золото, потом серебро. Очень логично, да. Моржов. Пас сделал проникающий через центр поля. Армен, Армен, не бойся, Армен! Газарян. Газарян тоже не такой. Да? Так, Заян. Пойдет, здорово, видишь, видишь? Добивание Газпром Энергохолдинга. Сколько же сегодня попаданий в каркас ворот? Наверное, рекорд. Сегодняшний день ставит в этом сезоне. Бросок от ворот. Не, про Моржохова мы смеемся, что он в майке капусты. Локционов. Редкий случай во втором тайме, когда Мосэнергосбыт оказался у чужих ворот и забивает капитан. Сравнивает счет 1-1. Селюков. Не просто было мяч обработать и оставить в поле. В центре мяч вообще не задерживается. Симаков. Опять всей четверкой меняется Мосэнергосбыт. Смоков мяч сохранил. Раскатывают на троих. Сидин. Галактионов. Никто не накрывал его удар, кроме вратаря. Защитник как раз. Второй номер. Блин, ну одну игру отыграл и все, игру в турах. Согласен.
Не, группа, бля, еще же группа тяжелая нужна. Фомин снова хорош в качестве вратаря. Лучшим игроком прошлого тура стал. Секундомер. Время, Гриф. 3,5. 3 минуты осталось. Что, тебя ставишь? Давай, прыгай. Смаков. Сидин один на один выход. Но прибежал защитник. В последний момент снял мяч с ноги. Токарев около своих ворот зажат сейчас несколькими игроками. Пока у него, пускай он мне скажет, когда минута осталась. Внимание, последняя чистая минута. Так, 1-1 и меньше минуты остаются до того, как мы узнаем имя победителя этого конкретного матча. Мяч, мяч, ходит, ходит мяч! Саня, ворота, страх! А, хорош, хорош, Стас! Синий аут, синий аут! Все, я сказал! Да, вот вводит ГЭХ. Давай, давай, удар, парни! Я по-другому убиваю. Давай, Стас! И! Маржохов Сидину отдает. Сейчас нарушение правил. Безрассудное действие, свободный удар. Без фола. 14 секунд. Все. Время матча вышло. Ничья.